Это долго вот оно цепляет, да? Нет, оно очень быстро. А потом это как? Ну, когда вот все высохнет, потом еще на работу она работает. Да, уже конем выкидывает, что я это делаю. Вот эти мокрые добавятся. И потом, когда уже электричество готово, выкидывает краску потом. Спасибо.
Ну да. А если вы... Хорошо, два за пятерку.